Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу Капелька 3М. Вот уже собираем груз. Арки разгрузили. Поликарбонат. Здесь площадочка, буду отшивать торцы. Приступаем. Продолжаем монтаж. Поставили каркас, обшили торцы. Ну, соответственно, фундамент, брус. Выставили, выровняли, закрепили к основанию. Продолжаем перекрывать. Также на участке стоит капелька 2,5 м нашего производства, 10 лет стоит. Поликарбонат еще не мененный, еще в отличном состоянии. Ну, конечно, уставший, но еще послужит, 10 лет стоит. Еще раньше торцы пятками вот такими крепили. Каучуковые шайбы. Сейчас уже так не делаем. Роточный блок. Нижний прогон еще был. Дверь разрезная с форточкой. Ручное управление. Закончили монтаж, полностью собрали теплицу. Теплица капелька 3М. 3 метра в ширину, длину 6 метров. Конструкция свалена из профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40 в торцах. Стенка трубы 1,5 мм, полимерно-порошковым способом окрас. Цвет шоколад. Значит, поликарбонат 4 мм. Новатор 0,75 плотности. Все соты поликарбоната защищены перфолентой торцевым профилем. Клиент тут уже выстроил, успел по бокам закрылся брус, закрыл, закупорил фундамент бруса. Брус, значит, 100 на 150, пропитан антисептиком, плюс на и из блоков фундамент еще клиента, то есть сверху блоков брус. Ну, еще закрепили. Значит, с этого торца дверь с форточкой. Форточка на крючке. Нужно вместе с дверью. Замочки. Значит, на торцах еще кузнечная резинка. Козыречек, отлив над дверью. Дальний торец, форточка просто. Значит, теплицы установлены укосины для большей жесткости конструкции. 4 нитки системы подвязки и парафорточный блок с ручным управлением. Также еще закрепили блоком на анкера. Все красиво, теплица супер. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!